Приветствую вас, друзья. Сегодня у нас очень важная тема. Рада вас видеть. Нет так интонировать текст запрещается. Давайте сначала. Всем привет, и сегодня мы обсудим важную тему – ошибки в интонировании. Меня зовут Маргарита Воробьева, я профессиональная телеведущая, журналист, но мое главное призвание – быть вашим наставником в сфере коммуникации. Я тренер по голосу, речи и публичным выступлениям. Помогаю людям говорить ярко, проявляться, больше зарабатывать за счет навыка коммуникации, поставленной речи и красивого голоса. Обучение в моей школе прошло уже более 10 тысяч человек по всему миру. Я этим безумно горжусь и с удовольствием записываю для вас множество уроков на самые разные темы техники речи, риторики и ораторского искусства. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик и обязательно проявляйте свою активность в комментариях, чтобы у меня было больше энергии и мотивации снимать для вас полезные уроки. Я выбрала для вас 5 основных ошибок, которых необходимо избегать, чтобы... Ваша речь была интересной, не монотонной, выразительной и увлекательной. Итак, первая ошибка – монотонная речь, без акцентов, когда у вас нет главного в предложении, когда в предложении нет основной мысли, суть теряется. Представьте, что вы угощаете своего собеседника вкусной конфетой. Как вы преподнесете ее? Незаметно подсунете и впихнете вместе с кучей рабочих бумаг? Тогда он ее даже не заметит. Главную мысль оратор передает с помощью речевых акцентов. В повседневной речи многие хорошо справляются с этой задачей. Но стоит вам выйти к публике или включить камеру, все слова сливаются в одну единую Иную серость, и ваша речь тускнеет. Когда вы видите обложку журнала, глаза автоматически определяют, что здесь для вас самое важное. Так и в речи. Есть слова «вершины» или «логические центры», которые отражают ваши основные идеи. Ваша речь станет намного выразительнее, если вы будете сохранять внимание аудитории на одном уровне, выделяя только то, что отражает основную мысль. То есть, если все второстепенное вы произносите как одно длинное Слово без пробелов, а на главные слова или словосочетания делаете акцент за счет паузы она может стоять перед главным после главного или с обеих сторон за счет громкости вы произносите что-то громче или тише и за счет ударного слова растяжки ударного гласного но здесь важно без театрализации это делать вот простой пример я замечательно провела время в путешествии в италии со всей своей семьей все главное а все главным быть не может например я замечательно провела время в италии Италии со всей своей семьей. Или я замечательно провела время в Италии со всей своей семьей. Вот таким образом. Вторая ошибка – отсутствие или нарушение мелодики речи. Мелодика – это использование высоких и низких тонов голоса. Но эта организация должна быть связана с содержанием речи и целью высказывания. Мастерски владеет интонацией Леонид Якубович в «Капитал-шоу Поле чудес». Здравствуйте, уважаемые дамы и господа! Пятница! В эфире «Капитал-шоу Поле чудес». Он прекрасно чувствует, что высокий тон физически утверждает Утомляет слушателей. Низкий тон раздражает, поскольку требует от слушателя большего напряжения. Поэтому он чередует тона. И если ваша речь однообразна в использовании низких тонов голоса и вы говорите без динамики или замедления в одинаковой скорости, то нужная и актуальная информация не будет восприниматься. Помните о том, что люди слушают вас, когда вы транслируете интересную информацию делитесь актуальным контентом, расширяете области незнания других людей. И самое главное, когда в речи вы уделяете внимание не только содержанию, информационной составляющей, но еще и вашей подаче, харизме, артистизму, обаянии, эмоциям. Наша речь это обмен эмоциями. И если вам хочется перестать тухлить, быть стеснительным, скованным, угрюмым, заученным. Если вы хотите научиться говорить выразительно, ярко и харизматично, записывайтесь на мой бесплатный двухчасовой тренинг, на котором я делюсь самыми эффективными работающими приемами, которые не только помогут научиться говорить без слов паразитов и речевого мусора, но самое главное – проработать эмоциональную составляющую речевого образа. Говорить интересно, уверенно, как в кадре, так и за кадром. Оставляю вам ссылку, регистрируйтесь на мой бесплатный тренинг, там делюсь супер техниками, это абсолютно бесплатно, кроме того, сразу после регистрации вы получаете приятный бонус лично от меня. До встречи на тренинге, жду каждого из вас. Третья ошибка – восходящая интонация в конце предложения. Когда вместо интонации заключения Звучит интонация продолжения. Например, ⁇ Здравствуйте, друзья! Сегодня хорошая погода. Мы решили с детьми пойти в зоопарк. Такую интонацию следует использовать только в вопросительных и восклицательных предложениях. Восходящий тон обозначает незавершенность, неопределенность, вашу внутреннюю неуверенность транслирует. Чтобы избавиться от этой привычки, научитесь уводить интонацию вниз. Давайте попробуем на числительных. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5 шесть семь восемь девять десять в конце фразы интонацию уводим вниз всем привет друзья я Маргарита Воробьева Всем привет, друзья! Меня зовут Маргарита Воробьева. Всем привет, друзья! Я Маргарита Воробьева, журналист и профессиональная телеведущая. Когда вы постоянно подскакиваете в конце предложения, вы как будто бы спрашиваете разрешение у своей аудитории. А можно я вам расскажу? А можно я для вас запишу? А можно я перед вами повыступаю? Мне такая интонация в сочетании с высоким тоном голоса напоминает манеру Лунтика, персонажа известного мультфильма. Но согласитесь, когда взрослый человек говорит, как Лунтик, я родился, я женился, это выглядит как минимум странно. Такая речь не вызывает доверия, не транслирует вашу экспертность, энергичность, уверенность. Дело в том, что голос мужчин формируется и изменяется под воздействием гормонов андрогенов, а у женщин гормонов и эстрогенов. От количества этих гормонов в организме и зависит то, каким будет тембр голоса, низким или высоким. Низкий голос это признак повышенного содержания мужских гормонов в крови, что характерно людям с высоким высоким темпераментом. Поэтому, услышав низкий голос, мы подсознательно считываем генокод собеседника, и нами он воспринимается как человек темпераментный и авторитетный. Четвертая ошибка ⁇ отсутствие динамики и энергии. Если вы хотите добавить эмоциональности, ускоряйтесь, где позволяет содержание, добавляйте силы, громкости, утрируйте артикуляцию. Но помните, что быстрая речь требует усиленного внимания, что вызывает утомление. И мы, чтобы отдохнуть, перестаем слушать говорящего, поэтому превращать свою речь в скороговорку не стоит. И пятая ошибка, которую вы часто допускаете, называется многоударность или равновеликость. Когда вы делаете в слове не одно ударение, а несколько, например, я настолько уверен в себе, что могу делиться этой уверенностью со всеми, и все у вас опять же получилось главным. Это называется равновеликость. А многоударность, когда вы в каждом предложении выделяете... Все абсолютно слова. Еще раз, не забывайте о том, что все в вашей речи главным быть не может. Это ошибка нарушения ритма, слова отделения, из-за чего рушится мелодика и ритмическая организация русской речи. Чтобы избавиться от этой многоударности, учитесь в одном слоге выделять один ударный слог. На этапе тренировок можно использовать хлопок. Люблю, грозу, в начале. Мая. Быстрая, несуразная, попеременно тихая и громкая речь без паузы и логических ударений неинтересное и утомительное. Даже в бытовом общении неправильная интонация ведет к непониманию, а возможно и к конфликтным ситуациям. Слово может ранить человека до глубины души, а может, например, обрадовать. Каждое слово можно произносить с разной интонацией, оно будет принимать разную окраску. С раннего детства родители учат нас говорить, учить стихотворение правильно, с расстановкой, с надлежащей интонацией, с каким-то выражением. Но нам не сказали о том, что выражение — это в первую очередь выражение себя. Потому что мы говорим не только, чтобы доносить информацию, но и чтобы менять состояние людей. А для этого нам необходимо учиться транслировать свое настроение, эмоции и энергию. В этом и есть смысл интонационной выразительности.